Ну, сидела я вот так вот и дремала. Вот, и слушаю телевизор. Как он зашел, не видела. Вскочила Галина Ивановна в момент, когда ночной посетитель потянулся за выручкой. В ларьке началась потасовка, продолжилась уже на улице. Боролся я с ним, схватила его за руку. Он выворачивался, вывернулся он из этой куртки. Около ларька мы, значит, опять у него была барсетка, я пыталась барсетку отобрать. Женщина работает продавцом уже 8 лет. График сутки через трое. Признается, ночной случай станет для нее уроком. Ведь вместо того, чтобы закрыть дверь на железный засов, приоткрыла ее и завязала обычной веревкой. Она спит, я увидел. Просто зашел, хотел деньги забрать. Все, больше ничего. На руках у женщины остались куртка, бейсболка и телефон злоумышленника. А вот деньги, 1500 рублей, он забрал с собой. Успел спрятать в носок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ПКП ПСП МВД России по городу Саратову был задержан гражданин 1984 года рождения, который был доставлен в отдел полиции номер 6 для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый уже не раз оказывался в поле зрения правоохранителей. Ранее он отбывал наказание за убийство. По новому эпизоду в его жизни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.